Freundliche riesige weiter zu arbeiten in Dynamo. Я очень рад работать в «Динамо». За это время мы заложили хороший фундамент. Если мы и дальше продолжим в том же ключе, то нас ждет светлое будущее. Чем я могу гордиться в «Динамо»? Я буду горд, когда в руках буду держать трофей. Не могу сказать, что на 100% удовлетворен достигнутым. Наши идеи, планы, проекты еще не реализованы до конца. Но мы двигаемся в правильном направлении. Убежден, что мы сможем реализовать задуманное. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы подписать новых мастеровитых игроков, будь это форвард или футболист другого амплуа. Но это не должен быть трансфер ради трансфера. Новый игрок должен определенно усилить команду, улучшить и создать здоровую конкуренцию в «Динамо». Никогда нельзя быть довольным в профессиональном футболе. Мы удачно провели первую часть сезона, могли одержать победу над «Зенитом» и подняться на первую строчку в турнирной таблице. Но вся борьба впереди. Сейчас уже думаем о следующем матче против «Химок».